Какой большой куст жасмина. Прям гигантский. Гигантских размеров. А вот шмель. Ты посмотри. Опыляет. А вообще мы находимся в порту города Турку. Пока спали и выглянуло солнце. И на улице так стало тепло. И мы решили пойти погулять. А вон смотри, там люди отдыхают. Смотри, какая береза. Корявая вся. Здесь природа опаздывает, конечно. У нас уже жасмин отцвел, липа отцвела. А здесь только начинает все цвести. Замок. Я уже делала видео про этот замок. Люди на поляне отдыхают вон на солнышке. Такие клумбочки. Красивые цветочки. Набережная реки Турка. Какие камни привозные оформили берег. Красиво. Сейчас на пароме на ту сторону переплывем. Уже отчалили. Паром ходит туда-сюда, соединяя два берега, разделенные рекой. Бесплатно. Там мост есть. Можно по мосту, но там далеко идти. Люди пользуются этой переправой. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Сейчас мы как врежемся. И вот так он и курсирует. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас мы заходим в туннель. Построенный в 1998 году. Прорублено в скале. Вон какие горы в центре Турку. Голову задираешь, и тут скала. Мне нравится. Прорубили в массиве. Здорово. Смотри, как дерево там смотрится наверху. Клен. Ой, смотри, Вадим, как смотрится туннель. Какие домики стоят. Одинаковые. Мы еще здесь не гуляли. Я бы хотела какой-нибудь магазин посетить, типа Призмы или Лидл, и купить что-нибудь попить. Водички. Сейчас тут пройдемся. Гуляем, гуляем. Я заметила, очень мало у них магазинов, где они продукты покупают. Не знаю. Вот за все время, что мы прошли, только два магазина. Маленьких причем. Больше магазинов нет. Вот мощеная улица. Вверх дом деревянный. Здорово. Старенькая улочка. Здесь люди живут. Пойдем в гости. Пошли в гости. Скажем, мы ваши друзья. Идем, идем. Полнейшие безлюди. Мы все удивляемся. Где люди? Ау. Никого нет. Чем все заняты? Увидели красивую церквушку, решили посмотреть. Фу. На горку поднялись. Я уже устала. Прошли очень много. Поднимались, поднимались, а теперь хорошо спускаться будем.
Я люблю спускаться. Пытаемся к реке пройти. В общем, мы заблудились. Утянула я не в ту сторону людей. А посмотри, как смотрится, Вадим. Красиво. Здорово. Ой, против солнца не видно. Да? Так, сколько времени? Памятник. Какие красивые цветы, клумбочки. Сейчас мы тут и пойдем. А ты, Вадим, хотел меня туда увезти. Памятник. Скульптура, в общем. Цветы красивые, с пальмочками. Это кто? Я не знаю. Пер Брейх или Брейн. Она красивая, вот освещенная с другой стороны, смотрите красиво. Наконец-то мы вышли к реке, долго и упорно мы не могли ее найти, теперь-то мы найдем выход домой. Мы идем по мосту, который построен в 1956 году. Люди отдыхают. Тихо. Так, а нам надо вон туда идти. Туда-туда. Сейчас дорогу перейдем. Переходим, пока переход горит. Мы пришли на главную площадь города. Идем, здесь оживленная торговля. А вот, пожалуйста, 8 часов и уже никого. И магазины все закрыты, и нигде ничего не торгуют, даже некоторые бары закрыты. Все отдыхают. Главная площадь города. Я увидела очень красивое здание. Пойдем пока переход. 1898 года здание. Смотрится. Кто был в Турку, тем может быть и не интересно. А я вот второй раз здесь и все время нахожу какие-то новые красивые места. Вон как люди отдыхают. Вот они. Все по кафе сидят. Смотри, эти цветочки-то какие красивые. Не спустимся к воде? Можно посидеть, полюбоваться природой. Но это не та речка, это какой-то заливчик. Вон, цветочки. Чайки. Попрошайки. Попрошайки. Ну, как кричат. Здесь не очень удобно идти по камушкам. Чё кричишь? Нет, здесь от воды очень прохладно, Вадим. Пойдем наверх.
Блюдем по мосту, который построен в 2014 году из экологически чистого материала. Здесь очень много мостов. А мы были, Вадим? Вадим, мы были вот в той церкви-то, да? Мы же оттуда шли. Ну, правильно. Нам надо вот туда. Ну, давай по той стороне вот пройдем. Теперь я поняла, где мы находимся. Ну все, нам осталось еще 3 километра до дома. А в общем итоге мы сейчас прошли уже 16 километров. Сколько много. Много, многое чего пропустили. Потому что была ярмарка еды из Италии, Германии. И сейчас все закрылось. Пошли мы, все прозевали. Какой-то дяденька лежит. Устал, бедняжка. Ну, привет. Привет, красавчик. Уж больно ты красив. Можно я тебя за нос потрогаю? За носик потрогал. Скульптура. 2013 года. Здесь еще одна красавица. Там мужчина, а здесь женщина отдыхает, любуется. Тоже красавица. Здесь такие яхты, 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 яхты. И представляете, такая лодка деревянная с веслами. Наверное, ей очень тяжело управлять. Большая. И опять яхты, яхты, катера. Сходили в магазин наконец-то. Какой дворик. Вот целую сумку мы покупали на 16 евро. Сейчас нам посчитают, сколько там по курсу получилось. Не пришли еще данные? А, Вадим? Сколько получилось-то? 16 евро у нас получилось 1200. Мы идем. Нам надо на ту сторону. Боимся, что паром последний рейс. Этот шар долетит в небе. Кто-то катается над городом. А мы на пароме. Он до 11 работает, паром. Три минуты ходят от берега к берегу. Сумку бы не выронить. Сейчас похолодало уже вечер. Холодный воздух. Когда он к берегу, то сильно ударяется об пристань. Ну, нет, плавненько старается. О, как? Вот такую шоколадку купили. Дай-ка я посмотрю. Ни разу мы не пробовали большущую, 185 грамм. Сейчас мы откроем и попробуем, вкусно или нет. Ну, открывай, я кусочек возьму. Ну-ка, другой стороной переверни, какая она там. Обычно плиточки, ну-ка, долечки. А, все нарисовано. Подожди, дай посмотрим. Ну, Вадим. Что-то там написано. Ну, давай. Ну, обычный шоколад. Сейчас я откушу. А то руки я не мыла. Зря ты руки не мыл. Руками хватаешь. Вкусно. Да? Как тебе? Какая вкуснятина. Хорошая. Вкусный шоколад. Мне понравился. На. Карта. Турку. Вот мы находимся сейчас здесь. Мы сюда пошли.
переплыли. И вдруг мы пошли вот здесь, где больница. Вот. Потом мы поняли, что здесь ничего интересного нет. Пошли по этой улице назад. И возвращались. И вот это вот у нас заняло сейчас на данный этап 20 километров. Так мы долго гуляли. Вот такой город. Что мы только увидели? Вот эту часть, вот эту часть и вот эту. А вот еще сколько мы не видели. Так что карта Турку.